Всем доброго времени суток. Сегодня у нас 24 сентября, канал Азимани. Хочу рассказать по теме Амазона по поводу кейвордов Search Term. Заходим на Amazon. Есть такой вот способ, просто один из способов. Можно, конечно, кейворды набирать различным способом. Я расскажу вот о том способе, который мне сейчас понравился и как я сейчас на данный момент сделал. Возьмем что-нибудь попроще. Например, опять же, как обычные игрушки для животных. Можно зайти через департамент, в принципе. У нас Pet Supply находится вот здесь вот. И возьмем собак, например. По собакам еду не будем брать. Взять что-нибудь интересное. Ну, лучше игрушки взять. Самый простой вариант. Ну, возьмем, опять же, мячики. Легче всего. А здесь мы выберем любой товар. Как мы это будем делать? Выбираем любой товар, неважно, там, на третьей странице пускай он будет. Выберем несколько ключевых фраз, который нравится. Ну, берем, например, вот этот товар. Берем его осин. Осин. Возьмем. Как найдем? Так, вот он. Да что ты? Опять же, многие это знают, но далеко не все. Берем осин, сюда вставляем. И проверяем уже наработанные наши ключевые слова. Ключевые фразы будем точнее. Ну, естественно, начнем с первой. Что-то это обозначает. Что-то он там лечит, но... Предположим, основная фраза у нас таким образом. Ну, можно, в принципе, и так проверить. Нажимаем на поиск. И получается, по этому запросу этот мячик ищется. То есть вот здесь вот у нас оранжевым обозначает, значит ищется. Берем, например, вот такое слово. Ищется. Опять оранжевым. Как мы эти слова набиваем? Можно, еще раз говорю, пользоваться, начиная с Google AdWords. Хотя многие, конечно, скажут, что это неправильно, потому что там происходит поиск товара, а не покупка на Амазоне. А кто-то Merchant Word, кто-то там Keyword Inspector. Я не знаю, любыми способами. Есть платные, бесплатные сервисы, их огромное количество. Что кому нравится. Например, про Merchant Word я слышал не раз, что люди анализируют свои ключевые фразы, и полгода назад были цифры примерно такие же, как и сейчас. То есть вроде и сезонность поменялась, вроде и спрос меняется, а цифры одни и те же. Ну вот преимущество вот этого способа, по крайней мере, я вот торгую на Амазоне 3 месяца, этим занимаюсь, даже за этот короткий период времени мои ключевые фразы на Амазоне меняются. То есть вот мы поиском Амазон забили, догбол, то есть мячики. Мы выбрали вот эти вот, то есть раз назад. Вот наши ключевые слова. Я на данный момент Search Term именно ставлю, включив кейворды, именно вот эти фразы. Раз, два, три, четыре. То есть вот эти все до одной. Потом что я делаю? Перемещаю курсор еще на одну, добавились какие-то еще. Все и эти фразы я беру, складываю в себе блокнотик. Например, вот в такой, не сюда, вот сюда. Ну, то есть просто-напросто беру, то есть еще раз говорю, вот если курсор вот таким образом, у нас вылазят одни поисковые запросы. И каждый поисковой запрос я копирую. Например, зайду сюда, посмотрел, да, мой товар меня там вполне устраивает. Хотя здесь мячиков нет, здесь мячиками стреляют. Ну, то есть, ну вот мячики есть. То есть я тоже смотрю, группа меня она устраивает. Я английским не владею, не знаю, что здесь написано. Читаю, лаунчер пусковой, собака, мяч пусковой. То есть мячи стреляют. Интересная тема, не знал. Только вот эту вот штуку знаю, что это такое, а все остальное... Не знал, так что надо вам сюда, не надо, это уже сами выбирайте потом.
Ну вот эти вот все. Обратно возвращаем курсор, опять заходим, копируем и заносим в блокнот. После этого, вот, например, мы опять же берем вот эту штуку, опять заносим сюда осин. Так, товар надо куда-нибудь отложить, наверное. Так. Сейчас продублирую просто. Так, осин есть. А здесь я осин уберу и получу вот какие-то ключевые фразы. Ну, предположим, я говорю любую. Вот это вот раз, получил. Блокнот, естественно, скопировал их все. И начинаю проверять. Вставляю сюда вот. Докбол у меня сработал. И все так вот подряд. Плюс еще там у нас не безызвестных курсах говорится о том, что не надо им повторять слова из тайтла, кейвордов не надо повторять, не надо ставить запятых. Но я знаю точно, у некоторых вот эти SearchTerm там по 10 строчек и написано прям черным по белому, что надо ставить через запятую, ключевые слова, фразы. У меня, например, стояли, когда, например, моя ключевая фраза, пускай даже повторялась тайтлом, и потом я уже не повторялся, то есть вот здесь вот у нас докбол. И я, естественно, как я делал, то есть можно dogball, можно dogballs, и будут фразы разные. То есть нам говорят, например, во множественном числе не надо ставить. Давайте посмотрим, есть изменения. Бам-бам-бам, убираю. Ланч. Ну, явно есть изменения. Из-за этого я беру и во множественном числе, и в единственном числе. Беру всю фразу целиком и копирую, вставляю все что. Вот, потому что, не знаю, в любом случае, на данный момент я это сделал, уже протестировал больше 10 дней, и реально у меня товар точно не опустился. То есть точно, я сейчас мало раздаю, у меня небольшие продажи, и мой товар двигается скорее вперед, чем вниз. То есть по статистике я там каждый день не высчитываю количество строчек. Да, нет, там я не прыгаю по страницам, но и одновременно не падаю. То есть у меня есть небольшое поступательное движение вверх. То есть вот эта вот система с SearchTerm однозначно с кейвордами работает. Я беру просто полную фразу, я ее проверяю, как я сейчас сказал. Ну, возьму вот эту, например, фразу. Я ее копирую. Всем советую именно попробовать. Не обязательно у вас работает. Вот, например, проверяем. Вот, эта фраза не индексирует этот мяч. Эту фразу я к себе туда забивать не буду. Потом у меня есть, например, нюансы. У меня, естественно, другой товар, там, например, просто название Dogballs Red, например, и у меня 0 показов. Я их тоже убираю. Еще нюанс есть с множественным числом, я сказал. Amazon показывает, что другие совершенно запросы. Другие запросы у нас и в этом случае, когда мы курсор меняем. То есть мы, если курсор ставим здесь, вот так вот, раз, одни запросы переводим. Еще у нас дополнительные запросы. Все до одного через осин проверяем множественное число. Потом у нас еще есть нюанс с брендами. У меня, например, ни один бренд не пробивается. То есть он тоже блокируется, нет показов. Лично нам показывать не надо. Проверяйте осин. Через осин все это можно таким образом проверить. Еще можно, ну и в любом случае, набивать. И уже кому-то нравится с повторами, без повторов, сами смотрите. Я однозначно с повторами все забил. Три строчки я забил с повторами, то есть повторяю. А четвертую, пятую я забил на испанском языке, те фразы, которые я считаю самые мои главные. Так что это я рассказал. Ну еще вот сейчас еще в последнее время говорят, что какие-то проблемы с буллетами. Давайте проверим буллеты. Интересно. А если без осина? Так что можно еще буллеты проверять. Сейчас зайду сюда. Этот буллет у нее пробивается. Пока на данный момент, кто знает, в комментариях под видео пишите или звоните мне на Skype, пообщаться по этому поводу. Потому что пока непонятно. У меня, например, 3 буллета пробиваются оранжевым, а 4 и 5 не пробиваются. Кто-то говорит, зависит от размеров буллета. Ну, короче, непонятно. Я на данный момент исправил своим товаром, но у меня вот
два последних буллета не индексируются в самом Амазоне. Так, у товарища тоже индексируется. То есть буллеты можно таким образом тоже проверять. Уж не знаю, там и с осином пробивается, и без осина пробивается. Не могу ничего сказать. Но это такие опять какие-то фишки, фишечки. Непонятно, что это такое. Но в любом случае проверьте свои буллеты, и можно их подкорректировать. У меня такая ситуация, вот товарищ профессионально работает, у него все нормально. Интересно, какой-нибудь пример бы. Ну, тут все какие-то они, буллеты у них мега маленькие, может, из-за этого проблем нет. Ну, все оранжевым. Ну, вот у меня не пробивается, прям написано, показов нет, ноль. Пробуйте с осином, без осина. Напишите в комментариях, как правильно, я не знаю. Я вот по-всякому пробовал. В принципе, все. Какие будут вопросы, пишите в комментариях. Какой вот способ неплохой по поводу кейвордов, как забивать, потому что противоречивая информация в интернете болтается. И хочется найти какие-то действительно рабочие схемы. Ну вот одна из схем, по крайней мере, она не подвела. Попробовать ее можно. Интересно. Так что вот так вот. В принципе, все. Подписан на канал. Вступайте в группу ВКонтакте, в Фейсбуке. Теперь уже я на Фейсбук перевел, кстати, надо показать. Есть у нас теперь группа в Фейсбуке. Вот так вот она называется. Ссылочка на YouTube-канале. В принципе, вот она. Вот, сейчас на данный момент конкретно по Амазону. Кому интересно, группа в Фейсбуке именно заточена Амазон. ВКонтакте она такая универсальная, там в первую очередь по основной тематике канала. Все, всем удачи, всем пока, лайки, дизлайки, все как обычно.